Последняя часть курса, три лекции посвящены обработке видео. В основном той ее части, которая связана с распознаванием. Сегодня мы поговорим про две базовых задачи, это оценку движения и вычитание фона, которые очень широко используются как базовые кирпичики для любых алгоритмов анализа, особенно для видеонаблюдения. На следующей лекции мы поговорим про еще про два кирпичика. Это сопровождение объектов и распознавание событий. Разумеется, про каждый из кирпичиков поговорить на пол лекции невозможно, но мы поймем идею. Последняя лекция будет посвящена алгоритмам, работающим в реальном времени, системе Kinect и так далее. И поскольку так казалось, что я на следующей неделе все-таки в Москве, поэтому на следующей неделе лекция будет, чтобы закончить пораньше. Окей. Зачем нужно выделять отдельную часть обработку видео? Дело в том, что видеокамера – это самый близкий аналог человеческого глаза из доступных компьютеров, потому что он не просто получает изображения, он их получает в режиме реального времени. Сейчас видеокамер наблюдения гигантское количество, они есть во всех телефонах, планшетах, ноутбуках, иногда в большом количестве, там, по 2, по 3. И камер видеонаблюдения становится гигантское число. Здесь написано, что в Лондоне 200 тысяч камер видеонаблюдения, уже фигня, их уже гораздо больше, по-моему, их уже типа 400. Каждый англичанин, выходя, который не страдает паранойей и выходит из дома, и едет на работу, в течение суток оказывается запечатлен порядка 300 раз. То есть вы выходите из подъезда, вас фотографирует камера подъезда. Подходите к остановке общественного транспорта, вас фотографирует камера, садитесь в автобус, вас снимают и так далее. Но работать с этими данными оказывается крайне тяжело. Почему? Вначале посмотрим свойства видео, что мы про него можем сказать. То, с чем сейчас приходится работать, следующее. Во-первых, чем видеопоток отличается от изображений? Тем, что видеопоток – это последовательность изображений, которые получаются с одной камеры через небольшие промежутки времени, то есть это серия. При этом есть терминологические тонкости. Если говорят слово «видеопоток», то предполагается нечто, что идет в реальном времени, обрабатывать надо в реальном времени. Если говорят «видеопоследовательность», значит это нечто, имеющее конец, и что обрабатывать можно не обязательно в реальном времени, а когда-то после. Если говорят видеофрагмент, то это маленькая видеопоследовательность. Или не кусочек, вырезанный из видео. Наша задача вообще-то в будущем работать с видеопотоком. Окей. То, что у нас есть, работает со скоростью от 3 до 5 кадров в секунду до 30-50 кадров в секунду. Разрешение, с которым приходится работать, от там, 320 на 240, можно сделать и меньше, но там ничего понять уже невозможно. До, например, Full HD. При этом, если посчитать поток данных, с которым приходится работать, например, берем камеру HD, то есть разрешение 2 мегапикселя, соответственно, один канал, если мы кодируем 1 байт на пиксель для одной цветности, у нас получается 2 мегабайта, на 3, на 50 кадров в секунду, то есть поток в 300 мегабайт в секунду. Это больше, чем способна пропустить быстрая 1 гигабитная сеть. То есть если мы возьмем одну хорошую камеру, например, вот такую, и не сжатый поток пустим по сети, то сеть захлебнется, даже от одной камеры. Теперь представьте себе, что будет, если мы масштабируем проблему до 200 тысяч камер, которые расположены в Лондоне, или хотя бы до 150 камер, которые расположены на ВМК. Ясно, что ничего не получится, поэтому приходится видео активно сжать, ставить низкое разрешение, низкую частоту кадров, поэтому то, что можно увидеть по камере видеонаблюдения ВМК, это вот березно можно распознать, потому что все его знают по фигуре и так далее. Но если показать незнакомому человеку, то он уже, конечно, не догадается, кто это такой, потому что ни черта не видно. У людей, которые занимаются видеонаблюдением, я не помню, рассказывал я анекдот про трех поросят видеонаблюдения. Не рассказывал. Были три поросенка. Ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф. Соответственно, ниф-ниф самый ленивый и глупый, а там
Нуф-Нуф самый трудолюбивый, самый умный. Построили они себе три дома. Первый построил себе дом из картона за один день. Второй себе построил дом из фанеры за два дня. Нуф-Нуф заморочился и построил себе хороший каменный дом с металлической дверью и потратил на это полгода. И поставил туда систему видеонаблюдения. Через полгода все в трех грабанули. И только умница Нуф-Нуф смог увидеть, как именно его грабанули. То есть реально система видеонаблюдения пока умеет делать именно это. То есть естественно, что те, кто устанавливает камеру видеонаблюдения, они клиентам этот анекдот не рассказывают, а делятся между собой на профильных тематических конференциях. Что как бы говорит нам о том, какого уровня системы видеонаблюдения в данный момент есть. Окей. Из-за того, что камер очень много, данные гигантские, то сейчас большинство камер работают в режиме регистрации. То есть они просто пишут и увеличивают количество информации в мире без увеличения значимой информации. То есть в автомобилях стоят видеорегистраторы, любители снимают непрерывно, и камеры видеонаблюдения тоже пишут непрерывно. Количество информации огромно, она почти не обрабатывается и хранится в основном на локальных носителях. То есть, например, данные с камер ВМК хранятся на сервере на ВМК, и все. Причем извлечь их оттуда – это большая морока. Потому что для сжатия они хранятся в специальном формате и так далее. Наша задача – разработать алгоритмы для извлечения полезной информации из видео, которые бы работали. Просто разработать алгоритм, а сделать так, чтобы они работали. Это очень сложно. Плюс, надо сказать, что, например, там видеорегистраторы, они устанавливаются не во всех странах, а в некоторых. И кто, например, смотрел видео и наблюдал на YouTube, да, там, падением Челябинского метеорита, видел, что главный вопрос всех иностранцев был такой, почему у всех русских в машине стоит камера. Потому что обычно она стоит только у полицейских, например, в Америке. Обычный человек камеру в свою машину не ставит. А у нас она стоит. Окей. Что мы хотим добиться? Наша фундаментальная задача – это извлечение данных из видеопотока, которые могут быть, например, такие. Мы хотим все объекты и всех людей пометить. Мы хотим определить, что эти люди делают, какие они жесты выполняют. И по совокупности людей и объектов мы хотим понять, что в видео происходит. Если мы это сумеем делать на лету, в режиме реального времени, тогда мы можем создать систему, которая называется Situation Awareness. То есть это свойство систем, которое позволяет на лету извлекать данные, по которым люди могут реагировать, то есть принимать решения. Например, можно поставить систему видеонаблюдения в автомобиле, она будет распознавать всех пешеходов, там, людей и вовремя тормозить. Можно поставить такую систему в аэропорту, которая не просто будет шуметь и говорить, что в данный момент где-то бегает террорист. Потому что если мы возьмем надежность алгоритмов распознавания по лицу и умножим это, например, на 150 камер, то надежность говорит о том, что один из людей, который в данный момент на видео, террорист. Поэтому камеры, системы распознавания, они вначале всюду ставились, а потом всюду отключались. Кто-то очень хорошо на этом заработал, потому что они много стоят, но они не работают. И если мы сможем такую систему сделать, тогда мы получим и роботов, типа Волли, или скорее типа Терминатора, которые будут тоже уметь переводить события из видео в некоторые действия, которые могут быть как пассивными, так и агрессивными, в отличие от того, какой робот мы делаем. Окей. Начнем с следующего вопроса. Что принципиально новое появляется в видео, в отличие от обычных изображений? Больше кадров. Ну, я вам могу сфотографировать 100-500 там, кадров стенки. И это не увеличит количество информации. Неизвестно то, что они похожи. Я вас уверяю, фотографии стенки будут очень похожи. Мы знаем, что они через определенные моменты времени. Опять все подходит к стенке. Мы тоже будем знать. Можем видео снять со стенки. Если мы сделаем 100-500 кадров стенки, то это будет как раз видео. Быть может, правильный ответ ничем? Нет. Тоже это было бы хорошо, но нет.
Движением, да. То есть ответ, который я хотел услышать, главное, это движение. Понятно, что если мы фотографируем стенку, движения нет, но в принципе движение есть. В том, что движение это очень важная вещь, можно догадаться, посмотрев вот такое видео. Идущий человечек. Да. Идущий человечек. Похож ли этот объект на человека? И чем он похож на человека? Похож на движение. Да. Он похож на движение, но больше ничем. Ну ничего, на самом деле это может быть не человек, но видя это видео, у нас возникает ощущение человека. Психологи очень много исследовали такие вещи, пытаясь понять, как человеческий мозг распознает информацию о движении и что есть существенная информация, ведущая человека к распознаванию событий. Вывод можно сделать такой, что иногда нам достаточно отследить движение отдельных точек для того, чтобы распознавать события видео. Но здесь мы увидели набор там, из 12 точек, и уже мы можем сказать, что это идущий человек. Причем идет он налево, причем он не бежит, а идет с некоторой скоростью. 14, не важно. Окей. Дальше мы посмотрим пример, для которого придется выйти в интернет. Ага, уже упал. Сейчас. Давай, перезагружайся. Я надеюсь, что он заработает. Да, вот смотрите. Это плагин, который сделала некоторая американская группа, исследующая особенности моторики разных людей и то, как человек это распознает. Они сделали такой симулятор, в котором можно варьировать некоторые параметры. Он будет оказывать некоторое воздействие на движение точек, можно будет легко догадываться, что это такое. Вот, например. Более мужчина, чем женщина. Да, это явно более мужчина, чем женщина. А вот это вот наоборот. Явно более женщина. То, что между ними. То, что ноги поближе. Вот можно как бы менять разные пропорции. Вот можно делать там нервно, видно, что. Можно сделать спокойно. Можно сделать там радостно, пружинистая походка. Можно сделать наоборот грустно. Дальше можно сделать, например, вот очень толстая женщина, которая расслабленно и радостно идет. Ну, в принципе, да, точно. В общем, что-то в этом есть. Ноги как-то лечили. Ноги вскоре. Это такая плывущая походка, как в модели на подиуме. Можно сделать наоборот. Грустная, нервная. Ну, что-то странное получилось. Не все комбинации возможны. Окей. То есть, куда она сбилась? Ну, я два, что ли, открыл? Окей. Несложно догадаться, что раз мы можем синтезировать, то возникают задачи обратные. Определить по движению характеристики человека. И это вполне можно делать. Есть работы, например, как по движению определить пол и даже вес объекта. Другие характеристики. То есть можно догадаться, что это бежит толстый ребенок. Если ничего не видно, а видно только отдельные точки отслеживания. Окей. Мы знаем, что точки объекта движутся относительно нашей камеры. Векторное поле движения двухмерных проекций точек объекта на изображение называется поле движения. Для того, чтобы работать с движением, нам нужно это поле как-то формализовать, описать и научиться измерять. С измерением возникают проблемы. Дело в том, что движение точек можно увидеть далеко не всегда. Вот видео очень низкого разрешения, в котором понятно, что происходит. Мы видим некоторое хаотическое движение пикселей, которое складывается в бегущего футболиста. Вот мы видим другой объект. Мы видим серый матовый шар, освещенный с одной стороны и вращающийся. То есть точки этого объекта движутся относительно нас. Но этого не видно, потому что если объект матовый, на нем нет никакой текстуры, то яркость всех пикселов будет постоянной.
Значит, не все движение мы можем измерить. Поэтому мы называем оптическим потоком векторное поле видимого движения пикселя. То есть мы будем измерять только то, что видим. Понятно, что то, что мы видим, видимое движение, оно может существенно отличаться от того, что на самом деле происходит. Дело не только в иллюзиях, а в естественных свойствах объекта. Вычисление оптического потока – это одна из базовых задач анализа видео. Некоторый кирпичик, который нужно часто использовать. В принципе, задача похожа на попиксельное сопоставление двух изображений. У нас есть две картинки, два разных кадра. Нам нужно найти, куда каждый пиксель изображения перешел на следующем кадре. Визуализировать оптический поток можно несколькими способами. На данном слайде показаны два варианта. Во-первых, мы можем в каждой точке сопоставить вектор. Вот здесь маленькой черточкой показано, куда сместилась каждая точка между кадрами. Можно сделать по-другому. Можно закодировать вектора движения цветом. Зададим специальную цветовую гистограмму, где каждому вектору в определенных границах соответствует свой цвет. Получается такой цветовой кодирование. Посмотрев на эту картинку, можно сказать, что вот некоторое количество точек медленно движется налево, большая часть точек, она медленно движется налево-вправо, и вот эта часть точек движется наоборот налево-вниз. Точнее, налево-вверх. Да, налево-вверх, налево-вниз. Окей. Наша задача сделать алгоритм, или, по крайней мере, придумать, как могут быть устроены алгоритмы оценки движения пикселов. На что мы можем опираться? Какие предположения мы можем наложить на движение пикселов? Что с пикселами происходит? Движение небольшое. Окей. Одно предположение. Но оно на самом деле не самое главное. Потому что бывают ситуации, когда движение вполне себе большое. Движение примерно постоянное. Движение примерно постоянное, да, правильно. Еще какое предположение? Второе. Из трех основных предположений. Ну, цвет меняется как-то сам. Да. Малое изменение цвета. Мы будем предполагать все-таки, что пиксель при движении не меняет цвет, или, по крайней мере, меняет его незначительно. Соответственно, мы можем, если обозначим вектора оптического потока за U и V для каждого пикселя, мы можем сформулировать следующую целевую функцию. То есть мы хотим сказать, что яркость цвета между соседними кадрами, то есть при сдвиге на вектора оптического потока, меняется незначительно. То есть вот зададим целевую функцию как разницу яркости пикселов между соседними кадрами при сдвиге на вектора оптического потока и будем ее минимизировать. Насколько у нас хорошо получится, если мы будем минимизировать непосредственно эту функцию? Ясно, что получится не очень хорошо, потому что яркости все-таки недостаточно. На следующем кадре мы можем найти массу пикселов, которые по яркости не отличаются от данного. Поэтому нам нужно добавить дополнительные предположения и ограничения. Вы их, в принципе, уже назвали. То есть первое, что вы назвали, это то, что пиксели сдвигаются на небольшую величину. Значит, мы можем наложить некоторый порог на длину векторов оптического потока. Для данного изображения сказать, что, допустим, вектора не больше 10 пикселов. Окей, это хорошее ограничение. И второе ограничение – это то, что соседние пикселы двигаются похоже. То, что сказали, что движение более-менее однородно. То есть вектора оптического потока близки у соседних пикселов. Как мы можем это ограничение сформулировать в нашей целевой функции? Будем как раз в какой-то окрестности искать. Да, будем сравнивать вектора оптического потока в соседних пикселах. То есть, например, к первой части функции, которая кодирует, что яркость, как меняется яркость, мы добавим некоторые штраф или некоторый вес в зависимости от того, насколько похожи вектора оптического потока. Иногда записывают эти изменения в следующем виде. То есть
кодируют не только для одного соседнего пикселя, а для нескольких соседних пикселей. Здесь показаны соседи... Что у нас показано? Так, соответственно, сосед справа и должен быть сосед слева. А, и сосед сверху. Ну, например, здесь соседство мы берем между как там у нас, четырехсвязанной области, то есть сосед справа, сосед сверху. В диагонали мы не учитываем. Мы теперь можем, в принципе, выбрать вид штрафов. То есть как будет зависеть наш штраф от разницы соответствующих векторов оптического потока. Например, мы можем взять квадратичную функцию. Один из вариантов, ничего плохого. Получили некоторую глобальную целевую функцию, которая говорит нам о том, насколько хорошо наш оптический поток, наше векторное поле оптического потока соответствует двум кадрам изображения. То есть для любого заданного U и V мы можем посчитать вес, то есть ошибку, какие у нас изменения. Соответственно, для того, чтобы найти векторное поле наилучшим образом соответствующее данной паре кадров, мы можем применить какой-нибудь метод оптимизации, который будет менять, подбирать все вектора оптического потока так, чтобы суммарная ошибка, суммарная энергия была минимальной. Эта идея предложена очень давно, аж в 81 году, в статье, которая скромно называется «Определение оптического потока». Тогда конференций по компьютерному зрению журналов было мало, поэтому статья была опубликована в журнале об искусственном интеллекте. Семейство алгоритмов, которые основаны на минимизации общей функции ошибки для всего изображения, называются глобальными методами. И эти методы до сих пор развиваются, и они позволяют получить наилучшее качество оптического потока. Разумеется, разных вариантов этих методов предложено миллион, очень много. Каждому элементу алгоритмов придумали множество вариантов решений. То есть в некоторых статьях предлагаются свои функции штрафа за изменение там, пикселей. Например, мы можем учитывать не просто яркость, можем учитывать цвет. Можем учитывать не просто цвет, а градиент, наличие края в точке. То есть все признаки, которые мы можем вычислить для пикселя, мы можем учитывать для сравнения пикселей по похожести. Мы можем использовать разные функции штрафов за разницу соседних векторов оптического потока. Мы можем применить разные методы оптимизации. Можем применить какие-нибудь непрерывные методы, методы дискретной оптимизации. Можем рандомизированные методы использовать. Можем наложить какие-то дополнительные эвристики. Например, регулярно применять медианную фильтрацию. Несколько лет назад была статья, которая скромно называлась «Секреты оптического потока», в которой авторы провели достаточно подробное сравнение разных идей оценки оптического потока. И к большому удивлению они показали, что самая классная идея – это регулярное применение медианной фильтрации после любого этапа алгоритма. То есть получили какое-то векторное поле, применили медианную фильтрацию, дальше начали уточнять. Чуть-чуть уточнили, снова применим медианную фильтрацию. И так срабатывало очень здорово. Но потом они придумали хитрую функцию, которая хитрую целевую функцию, которая учитывает как бы медианную фильтрацию. Закончить разговор про глобальные методы оптического потока нельзя, если не рассмотреть еще один важный элемент среднеоптического потока. Мы с вами говорили, что цвет пикселей при сдвиге на оптический поток не меняется, движение ограничено, и движение соседних вектора оптического потока в соседних пикселях похожи. Что еще мы можем сказать, глядя на это изображение? Какое из предположений на самом деле нарушается? Пусть и не всегда. Ну, там открываются какие-то новые области, которых не было раньше. Да, это частично так. Что с этим? Какое ограничение при этом нарушается? То, что новое. Непрерывность. Да, нарушается условие непрерывности. То, что не во всех пикселях, соседних пикселях, вектора оптического потока похожи.
есть пиксел, и это нормально, где соседние вектора оптического потока не просто не похожи, они могут отличаться на произвольную величину. Если мы используем штраф, например, в виде квадратичной функции, то за такие ошибки нас будут сильно штрафовать. То есть наш оптический поток, который будет находиться, он будет гладким, что неправильно. Нам нужно задавать такие штрафы, которые будут устойчивы к разрывам. Семейство функций, которые устойчивы к разрывам, не к редким разрывам, в нашем, например, в поле оптического потока, называются разреженными функциями. Соответственно, или еще их называют рабасными, потому что они устойчивы к разрывам, по аналогии с рабасными методами оценки параметров. При этом эти штрафные функции должны быть такими, чтобы целевая функция, желательно, все-таки была гладкой. В противном случае, если функция не гладкая, тогда ее очень тяжело оптимизировать. Соответственно, нам нужно придумать какие-то штрафные функции, которые вроде как будут давать на разрывах маленькие штрафы, но с другой стороны, чтобы там производные были непрерывны. Опять же, в литературе придумали разные функции. Я вот привел на слайде просто пару примеров. Шарбонье и некоторые Лоренциан. Вот функции, выглядящие следующим образом. Видно, что они чем-то похожи на квадратичную функцию, но все-таки отличаются. Окей. Как резюме глобальных методов, можно сказать следующее. То, что все методы оценки глобального оптического потока основаны на оптимизации одной целевой функции для всего векторного поля, они обеспечивают наибольшую точность, но многие из этих методов крайне медленны. То есть, поскольку, там, например, для изображения в размер в мегапиксель у нас 2 миллиона неизвестных параметров, оптимизировать функцию, зависящую от 2 миллионов переменных, это дело не быстрое. И вот действительно сейчас есть много классных методов, кто очень хорошо находит оптический поток, но для двух кадров они работают там по 40 минут на мощной вычислительной станции. Ясно, что практического применения этих методов ноль. Практически ноль. Мы можем получить с их помощью какие-нибудь эталонные данные для того, чтобы пытаться затем сделать быстрые методы, их аппроксимирующие, но это все. Ни для чего более они не подходят. На самом деле, я здесь не упомянул еще одну вещь, некоторые ограничения методов, которые сейчас потихоньку пытаются преодолеть. Попробуйте догадаться, что в видео в этих глобальных методах не используется. Предыдущие кадры? Да, именно. Что в данном случае эта целевая функция зависит только от двух кадров. Два кадра – это все-таки очень маленькая часть видео. И согласитесь, не всегда, даже если человеку показать два соседних кадра, он легко догадается, что там изменилось. Особенно, когда мы работаем там не с цветными изображениями, а с черно-белым или какой-то там быстро движущийся объект, который размыто виден. Поэтому то, что сейчас потихоньку начинают делать, это добавляют дополнительные кадры и пытаются решать задачу вычисления оптического потока не на двух кадрах, а на многих кадрах. Тут есть некоторые сложности. Если мы добавим, будем работать с 10 кадрами, у нас будет не 2 миллиона неизвестных, там 20 миллионов неизвестных, как бы чуть сложнее. Но зато в некоторых случаях, подождав какое-то время, мы сможем нагляднее увидеть разницу, и такие методы будут работать точнее. Окей. Если есть глобальный подход, должен быть и локальный подход. Попробуем локальный подход воспроизвести. Жизнь упрощается тем, что в отличие от глобальных методов, которых очень много, широко используемый локальный метод один. Его предложили много лет назад и с тех пор продолжают использовать. Потому что ничего сильно лучше не придумали. В разных библиотеках, например, в OpenCV, он реализован, и его можно просто использовать. Знать его ограничения, но если кто-то придумает что-то гораздо лучше, все будут ему благодарны. Но пока он практически один. Окей. Что значит локальный метод? Мы не будем пытаться вычислять оптический поток сразу для всего изображения. Ткнем в какую-то точку,
координатами x, y, скажем, какой у нас оптический поток в точке x, y. Попробуем разработать алгоритм для вычисления точки. Что у нас есть? У нас есть условия постоянной яркости и малого смещения. Попробуем выписать эти условия. С учетом малого смещения сделаем следующую операцию. Разложим функцию и x плюс u, y плюс v в ряд Тейлора. Что получим? Получим, что и x плюс u, y плюс v равно и от x, y плюс частные производные по x на u, плюс частные производные изображения по y на v, плюс какие-то члены более высоких порядков. Скажем, что пусть у нас яркость изображения в точке u плюс v приблизительно равна яркость в точке x, y плюс такое смещение. Напомню, что дельта i по дельта x – это градиент изображения по x-координате. Это градиент изображения по y-координате. Окей. Теперь объединим эти условия, это условие с условием постоянной яркости, то, что яркость пикселя не меняется. Получим следующее. Яркость пикселя в точке x плюс u, y плюс v, то есть смещенно, равна яркости в другом изображении а, x, y. Подставим сюда наше разложение Тейлора, получим следующую запись. X, y плюс производные по x на u, производные по y на v, минус h на x, y. Теперь объединим в один член разницу между первым изображением и вторым изображением. И поскольку эта разница вычисляется в одной и той же точке x, y, мы можем сказать, что это частное производное изображение по времени. Получим следующее уравнение. То, что изменение изображения по времени и по t плюс и по x на u плюс и по y на v приблизительно равно нулю. Частные производные по x и по y можно объединить в вектор градиента изображения, домножив его на вектор оптического потока. Получим некоторые равенства. То, что и на t плюс градиент изображения, умноженный на вектор оптического потока, равен нулю. Это некоторое уравнение, которое зависит от вектора оптического потока. Если мы его сможем решить, мы найдем вектор оптического потока u и v в точке x, y. Ранее вопрос, можем ли мы его решить? Можем ли мы решить вот такое уравнение? Если нет, то почему? Это скалярное произведение? Да. Тогда нет, тогда разные решения будут. Почему? У нас два неизвестных, одно уравнение. Все очень просто. А что такое h от x, y? Я неправильно сказал. Вот у нас есть два изображения. Первое изображение h от x, y и второе изображение i от x, y. А, это два кадра. То есть, да. Можно было написать и 1, и 2, но тогда у нас еще чуть больше было бы. Был бы и 1, t и так далее. Или вверху. Ну, надо поправить, будет для больше понятно. Окей. Что нам можно сделать для того, чтобы это уравнение решить? И какое условие из трех исходных условий, из трех полученных нами ранее наблюдений про оптический поток, мы не учли при составлении этого алгоритма. Минимизировать модуль градиента? Ну, он есть. Мы его не можем минимизировать. Какой уж градиент в нашем изображении есть, такой есть. Окей. Мы учли условия. Первое условие, то, что вектора оптического потока маленькие по длине. Второе условие, то, что яркость пикселя при смещении вдоль вектора оптического потока не меняется. Что мы забыли? Непрерывность. Как мы можем использовать непрерывность в данном случае? Если мы хотим найти вектор оптического потока конкретный, в некоторой точке x, y. Что мы можем сказать про вектора оптического потока соседей? Что они, скорее всего, будут не модельны. Ну, они будут отличаться, но немного. Поскольку мы уже воспользовались на предыдущем этапе некоторой аппроксимацией, здесь, пойдем на еще большую аппроксимацию и скажем, что вектора оптического потока в соседних пикселях одинаковы для этой маленькой окрестности, примерно равны.
и получим нужное нам количество уравнений. То есть, например, если мы будем измерять окрестность размером 5 на 5 пикселей, у нас получится 25 уравнений для двух неизвестных. Наверное, мы их решим и получим какое-то значение. Можно записать в матричном виде эту систему уравнений. Получится, например, уравнение следующего вида. Матрица А размером 25 на 2, вектор неизвестных D размер 102 на 1 и последний вектор столбец тоже размером 25 на 1. Мы его можем решить методом не меньших квадратов, как мы это уже решали. Например, такую систему уравнений можно решить через нормальное уравнение. Домножим матрицу А на транспонируемое А, получим систему уравнений из двух, и вектор D можно вычислить, домножив обе части уравнения на матрицу А транспонированное А в минус P. Вот такой способ вычисления. Мы можем записать эту систему, вот эту систему уравнений в зависимости от пикселов изображения следующим образом. У нас получается, что есть матрица А транспонирована на А, которая записывается как сумма пар градиентов и x и y, где по диагонали x и y, по другой диагонали градиенты и x, градиенты и y, и окей. Кому-нибудь что-нибудь напоминает вот такая матрица? Являлась ли она у нас в какой-нибудь предыдущей лекции? Диметрика угла была? Да. Мы ее использовали для оценки углов точек. И это действительно так. Когда мы решали задачу, всегда ли можно определить, то есть какие точки являются особыми. Мы сказали, что особыми точками являются такие точки, в которых при любых малых смещениях вокруг этой точки окрестность меняется. Вспомнив это, можно легко догадаться, что если окрестность точки мало меняется при небольших смещениях, тогда ни о каком вычислении оптического потока речи не идет. Потому что мы просто не сможем отличить, правильно или неправильно. А вот в местах, где у нас возникают уголки, там мы сможем все корректно сопоставить. Окей. Харрис говорили, что есть некоторые пикселы, в которых уголки, и эта матрица хорошо обусловлена. В некоторых случаях края, в некоторых случаях плоская область. На удивление, много лет спустя, после вычисления, после статьи про локальный метод оптического потока, кто-то из авторов догадался, что эта матрица действительно похожа на уголки Харриса, и сделал логичный вывод о том, что мы заранее можем догадаться, в каких точках мы сможем локальным методом вычислить вектор оптического потока, а в каких не сможем. И в тех точках, где у нас наблюдаются локальные особенности, мы оптический поток сможем хорошо вычислить. В некоторых точках не сможем. Окей. Что еще про локальный метод нужно рассказать, как мы его можем улучшить? Вспомним первый шаг алгоритма. То, что мы взяли некоторое приближение. Сказали, что при разложении мы потеряли некоторые старшие члены. Раз с самого начала мы использовали приближение, значит и решение нашли приближенное. Как-нибудь хотелось бы его улучшить. Улучшить, как часто это бывает, можно с помощью итеративной процедуры. То есть мы получили некоторую оценку вектора оптического потока, можем постараться найти более точную оценку. Для этого авторы метода Люкас и Канада предложили следующую идею. Предположим, что мы нашли начальную оценку оптического потока для всего изображения. Что мы можем сделать? Мы можем преобразовать это изображение, использовав вычисленные движения, как-то исказив его. Затем вычислим движение между трансформированной копией изображения и вторым кадром. Соответственно, второй кадр вот, и трансформированные изображения, они уже должны быть больше похожи друг на друга, чем первый кадр и второй кадр. И, возможно, там мы сможем как-то уточнить. Так будем повторять до тех пор, пока у нас решение не сойдется.
посмотрим одномерный пример. Допустим, у нас имеется одномерное изображение, то есть некоторая кривая. Мы хотим найти в некоторой точке оптический поток. Вспомним, что для нахождения оптического потока нам нужно решить уравнение следующего вида. Поскольку изображение одномерное, нам можно не пользоваться соседями, а решать непосредственно это уравнение. У нас есть одно неизвестное, вектор оптического потока для одномерного изображения. И это уравнение будем решать. Чему оно будет равно для первого кадра? И t в данном случае, это будет разница значений функции для текущей точки, x0, допустим, между первым и вторым изображением. То есть фактически вот расстояние между этими двумя кривыми. И x это будет градиент, или касательное к данной точке, к первому изображению. Вот касательно. Нам нужно найти некоторый вектор d, такой, что при умножении на этот угол мы получим и разницу между двумя изображениями. Несложно догадаться, что вектор d это будет вот этот маленький вектор. То есть, если мы возьмем треугольник, у которого основанием будет наш вектор d, то для такой касательной и угол к касательной данной точке, умноженный на вектор d, будет как раз равен разнице между двумя изображениями. Возьмем и сместим теперь нашу функцию, трансформируем ее на вектор сдвига d в каждой точке. Вот получится такой смещенный вариант функции. Теперь повторим здесь эту операцию. Вот у нас снова есть касательная. Вот снова найдем новый вектор d. Он получится здесь. И уже функции почти совместятся. Ну, на третьем шаге они уже точно совместятся. То есть вот так за три последовательных шага уточнения мы сведем одну функцию к другой, и тогда исходный вектор оптического потока должен быть равен d1 плюс d2 плюс d3. То есть просто просуммируем все. Окей. Осталось нам рассмотреть еще одну особенность метода. Окей. Снова посмотрим на ставшую уже привычной пару кадров изображений. Какой длины вектора оптического потока в данной паре кадров? В зависимости от пикселей. Ну, допустим, если у нас изображение там порядка 256 на 256 пикселов. Пикселей 10. Да. Но пикселей 10 вот здесь бывает. В некоторых случаях у нас движение там буквально на 1 пиксель. В некоторых случаях движение на 10 пикселей. Если у нас вектор смещения на 10 пикселей, тогда наше исходное условие, когда мы раскладывали функцию в ряд Тейлора, это предположение неверно, потому что вектор смещения для таких точек он достаточно большой. Существенно больше, чем единичка. Как мы можем трансформировать наше изображение для того, чтобы применять локальный метод оценки оптического потока было корректно с учетом вот этого разложения. Уменьшить разрешение. Собственно, так и сделаем. Построим пирамиду разрешения изображения, уменьшая изображение в два раза до тех пор, пока мы не будем точно уверены, что все вектора оптического потока не больше там, 1 пикселя. На этом разрешении видно, что смещение не больше 1 пикселя. Как мы будем дальше решать задачу? Будем решать задачу вначале для самого низкого разрешения, получать начальное приближение векторов оптического потока и дальше применять итеративный метод. То есть построим вот такой иерархический метод. Вначале построим пирамиду разрешений для первого и для второго кадра. Затем вычислим оптический поток с помощью итеративного метода на низком разрешении. Используем эту оценку оптического потока для того, чтобы получить начальное приближение для более высокого разрешения. Так будем делать несколько раз, дойдя до вершины пирамиды. Любопытно, что вот такой иерархический метод, он оказался, во-первых, эффективным, а во-вторых, никто не догадался опубликовать его в статье. То есть, в него догадался программист, который реализовывал метод в библиотеке OpenCV. Поэтому, несмотря на то, что его часто используют,
ни на какую статью ссылаться не получаются. Ссылаются на технический отчет с описанием метода к библиотеке OpenCV. Такой вот нечастый случай. Окей, резюме метода в том, что локальный метод позволяет надежно оценивать поток для отдельных пикселей, но только в окрестности особых точек. Для того, чтобы находить большие вектора оптического потока, используется иерархическая многомасштабная версия алгоритма. Завершаем разговор о методах оптического потока следующим. Несколько лет назад догадались о том, как можно сделать эталонную базу пар изображений с точно посчитанными векторами оптического потока для того, чтобы разные методы можно было сравнивать между собой. Такую базу сделали, она располагается на сайте Middlebury, и в ней можно посмотреть рейтинги разных алгоритмов, то есть насколько одни методы лучше других. Пока эта база имеет некоторые ограничения, сейчас там только методы, ну, до недавнего времени были методы только для двух кадров, ну и плюс, хотя скорости показывались, но выигрывали в основном достаточно медленные методы. Очень любопытно то, как авторы придумали делать данные. То есть, как мы можем посчитать оптический поток на самом деле, когда его не знаем. Придумали вот такую хитрую штуку. Догадались, что мы можем снимать одну и ту же сцену, во-первых, в разных диапазонах длины волны, с разной длиной волной, и, во-вторых, с разным разрешением. Берем какую-нибудь сложную картинку, например, пластиковая игрушка на фоне материи. Мы можем двигать эту пластиковую игрушку и менять материю. У нас будет какое-то движение. Посчитать движение мнущейся красной материи – это крайне сложная задача. Однако, если мы побрызгаем всю эту материю фосфорицирующей краской и одновременно будем снимать ультрафиолетовой камерой с высоким разрешением, то каждое пятнышко будет на ультрафиолетовой камере хорошо заметно, если мы кадры возьмем высокого разрешения. Теперь мы можем для каждого пятнышка применить, например, локальный метод оптического потока, вычислить точно движение каждого пятнышка, получить карту оптического потока, какой она должна быть, уменьшить ее до разрешения цветных изображений и использовать эти данные уже для распознавания. Также они нагенерировали кучу синтетических данных, но видно, что они существенно хуже. И придумали еще оценивать оптический поток по косвенным методам. То есть в некоторых случаях мы вообще не можем догадаться о том, какой должен быть оптический поток. Но мы можем считерить. Например, у нас есть камера, которая снимает с очень высокой скоростью, например, 100 кадров в секунду. Мы берем бумагу, начинаем ее мять. Какой там оптический поток для мнущейся бумаги, вообще непонятно. Но если мы выкинем 3 четверти кадра, поставим только каждый 25-й кадр, то мы можем предложить ученым оценивать оптический поток между этими кадрами, предлагать им проинтерполировать изображение между кадрами и сравнивать уже проинтерполированные изображения. То есть кто точно нашел оптический поток, у того интерполированное изображение должно точно совпадать с промежуточными кадрами. Ну и совсем завершение, то, что есть куча реализаций методов, в том числе реализации использования графических ускорителей, есть MATLAB реализации, есть OpenCV реализации. Примечательно. И совсем резюме такое, то, что оптический поток позволяет формализовать понятие движения видео, алгоритмы его вычисления бывают локальные, в количестве одна штука, и глобальные, в количестве бесконечности. Методы можно поделить грубо на качественные, но очень медленные, и на быстрые, но не точные. Для распознавания приходится использоваться неточными, хотя очень хочется пользоваться медленными. Для сравнения методов используется эталонная коллекция, но у нее есть ряд недостатков. Если кто-то хочет сделать реально прорывной метод, он вначале должен дополнить что-то в коллекцию. И есть куча доступных реализаций, с которых можно начинать. Вот. Все. Окей. Закончили мы на том, что от оптического потока нам нужно перейти к следующей теме, а именно к мечтанию фона. Рассмотрим, как устроена типичная система видеонаблюдения.
У нас есть камера, которая наблюдает некоторую сцену. Это может быть как закрытое пространство, вот, например, мышка в банке. Так и умеренно закрытое пространство, футболисты на стадионе. Так совсем открытое пространство, люди в городе. Что мы хотим от системы видеонаблюдения получить? Мы хотим выделить интересные объекты, object of interest, на каждом кадре. И каждый объект мы хотим пометить либо ограничивающим прямоугольником, сказать, вот он объект, либо задать по пиксельную маску, сказать, что вот эти пиксели принадлежат объекту. Вот, например, на этом кадре видно, что один футболист, точнее два даже футболиста не нашлись. Все рамочки есть, а у них нет. Окей. Что мы можем сказать про систему видеонаблюдения? Во-первых, то, что камера обычно стационарна. То есть ее повесили и стараются не трогать. То есть ракурс не меняется и ничего не меняется. Хотя вот это условие иногда нарушается. Например, какой-нибудь человек что-нибудь чистил, камера сдвинулась. Очень часто при такой сдвижке многие современные алгоритмы разваливаются. Вот как раз мы сегодня обсуждали про систему, которая определяет тип машины для того, чтобы рассчитать, сколько водитель должен заплатить за проезд на платной дороге. И вот сдвинули машину, и высота машины уже считается, сдвиночная камера, и высота машины считается уже неправильной. Едет фура, считают как за небольшой грузовик, или наоборот. Едет пикап, а ему считают как за фуру, говорят, там, высота большая. Затем второе условие, то, что если камера зафиксирована, тогда то, на что оно смотрит, оно, скорее всего, мало меняется между кадрами. То есть, если вот у нас здесь камера наблюдения, вот она у нас стоит, камера видеонаблюдения в нашей аудитории. И в целом фон достаточно подвижен, никто парты не двигает как бы между кадрами. Все более-менее стабильно. Плюс объекты, которые мы хотим определять, они считают, что они отличаются от фона по цвету. Например, мышка, она темная, бегает по светлой банке. Ну и люди во всякой одежде тоже бегают по банке. Разумеется, ситуации, когда человек в маскировочном халате ползет по траве, они тоже являются. Но методы вычитания фона как раз с такими людьми справляются плохо. Собственно говоря, для этого маскировочный костюм люди и надевают. Окей. Если фон не меняется, а объекты от фона отличаются, тогда мы можем решить задачу простым вычитанием фона. То есть мы берем какое-то чистое изображение без объектов, фон, вычисляем разницу между текущим кадром и чистым фоном, наша разница и есть пиксели объекта. Поскольку все изображения немножко шумят, чуть отличаются, нам нужно установить некоторый порог. Когда мы считаем, что пиксель отличается от фона, порог – это наш параметр алгоритма. Если разница больше порога, значит считаем, что объект не принадлежит фону. Так, назовем такие объекты, не принадлежащие фону, объекты переднего плана. Ну, понятно почему. Фон то, что сзади, передний план то, что на фоне. Все пиксели, которые разница между текущим кадром и фоном меньше порога, они считаются фоном. Получаем на выходе нашего алгоритма бинарную маску переднего плана. Обычно фон помечают ноликом, передний план единичкой. Ну, здесь, потому что мышка была черная, для наглядности инвертировано изображение. Если мы попробуем такой метод применить даже к достаточно простым кадрам, то из-за того, что есть постоянно шум в какой-то камере, маленькое движение, то бинарная маска обычно получается вот такой. То есть она шумная. Какие-то пикселы определяются как передний план ошибочно, а некоторые пиксели объекта могут оказаться похожими на фон, и они будут помечены как фон. Соответственно, следующим этапом алгоритма будет уменьшение шума в изображении. Это, например, фильтрация. Для обработки бинарных изображений, как мы знаем, можно применять там медианную фильтрацию и всякую морфологию. Затем нам нужно выделить объекты. Под объектами будем подразумевать связанные компоненты переднего плана в изображении.
те связанные компоненты еще называют блобами или капельками. То есть каждая капелька – это потенциальный объект. Если у нас, если мы делаем реальную систему видеонаблюдения, то затем каждую капельку нам нужно проанализировать и понять, что это, похоже ли эта капелька реально на объект, или это случайный шум. Окей. В некоторых задачах потенциальный объект интереса у нас только один. Давай. Например, вот мыша. В этом случае догадаться, какая капля является объектом интереса, достаточно просто. Если у нас есть капля, значит это объект интереса. Вот. Мы ее можем пометить. Или, например, возьмем самую большую каплю, ее пометим как объект. Теперь у нас, в принципе, получился некоторый базовый алгоритм, который уже можно использовать для отслеживания объекта в лабораторных задачах. Например, для отслеживания мышей в тестовых установках такой простой метод, основанный на сравнении одной картинки с фоном, он вполне пригоден. То есть схема у него получается такая. Запоминаем чистое изображение фона, попиксельно вычитаем изображение фона из текущего кадра, сравниваем попиксельную разницу с порогом, строим бинарную карту переднего плана, фильтруем ее, выделяем связанные компоненты, выбираем самую большую связанную компоненту как объект. Вот такой метод, вот он работает. Как-то неудивительно, но для мышей, например, для всяких лабораторных условий, такой метод работает вполне пристойно. Разумеется, если там края банки блестящие, то тогда возникает тень, и эта тень уже помечается как объект переднего плана, и мыша получается такая большая раздутая. Кроме того, мышка от страха того, что ее поместили в банку и светят, она начинает быстро гадить. И таким образом фон портит. И постепенно алгоритм вычитания фона работает хуже. Надо сказать, что операция гажения для мышки очень несет важную, значимую информацию. И я не знаю, как сейчас, но вот на ситуацию 5 лет назад ни один алгоритм не мог автоматически определять факт. И поэтому студентам и аспирантам, которые занимались биологическими исследованиями, для обработки алгоритмов приходилось сидеть и вот нажимать кнопку каждый раз, когда возникает очередная капелька. Потом считали количество капелек там, в минуту времени и таким образом сравнивали разных мышей по стрессу. Чем больше стресса, тем больше шума изображения. Окей. Так. Сейчас тормозит. Окей. Что делать, если капель много и объектов много? Нам нужно определить, какая капля соответствует на новом кадре, соответствует какой капле на предыдущем кадре. Эта задача достаточно непростая. Некоторые подходы к ее решению мы рассмотрим на следующей лекции. Хотя, в принципе, вот задача сопровождения множества объектов, она до сих пор нерешенная. И вот если сказать, например, у нас камера видеонаблюдения смотрит на улицу, а там много ходят людей, которые перекрывают друг друга и так далее. Вот сделать так, чтобы это в реальном времени работало, не падало, не теряло слежение, когда там люди остаются поговорить или присаживаться, это крайне тяжело. И во многих современных системах это работает так себе. Окей. Какие у нас могут возникнуть проблемы с вычитанием фона? Какие угодно. Проблем у нас может быть очень много. Например, кто-то подвинул объект в сцене. Подвинули объект, фон изменился. Что сделает алгоритм вычитания фона? Он скажет, что нашлось два объекта. Один в том месте, куда мы стул поставили, и другой объект в том месте, откуда мы стул убрали. Два дефекта. Тем у нас с течением суток может меняться освещенность. Утром, ночью в комнате темно, постепенно становится светлее. Тем кто-то нехороший может прийти и включить свет. Если включить свет, то алгоритм простого вычитания фона, он всю картинку закрашивает, как передний объект. Затем у нас могут быть какие-то движущиеся объекты, например, там деревья. У нас могут быть ситуации, когда вот в какой момент ты не возьми, всегда кто-то ходит в сцене. И нельзя получить чистое изображение, очень хочется.
ну и много других дефектов. Окей. Будем постепенно усложнять случаи и смотреть, какие алгоритмы могут эти проблемы решать. Опять же, методов вычитания фона достаточно много, они продолжают исследоваться до сих пор. Хотя в коммерческих системах используется обычно не очень большой срез, достаточно простой. Возьмем реальную камеру системы видеонаблюдения, которая дает вот такую картинку, то есть где-то на улице. Возьмем ее точку. Как будет выглядеть график яркости вот этого пикселя? Днем ярче. Гладкий. Синусоида. Ну, синусоид не синусоида, будет вот такая вот вещь. То есть, если мы будем снимать 24 часа в сутки, то, конечно, то у нас будет вот такой шум, который будет меняться со временем. Но нам для начала нужно справиться с вот таким вот шумом. Потом будем думать о том, как справляться с разными моментами времени. Это причиной такого графика является шум камеры. То, что интенсивность меняется в небольших пределах вокруг какого-то фиксированного значения. Если мы построим гистограмму распределения пикселов по яркости, вот этого пикселя от времени, у нас получится вот такая штука, которая чем-то напоминает нормальное распределение. Поэтому логично моделировать яркость пикселя фона нормальным распределением. Так и сделаем. Возьмем какой-то видеофрагмент, видеоролик, в котором нет объектов. Для каждого пикселя посчитаем модель фона в виде нормального распределения. Посчитаем среднюю яркость и посчитаем дисперсию. Теперь для каждого нового кадра будем сравнивать пиксель, точнее будем брать пиксель и проверять, удовлетворяет ли он модели фона, то есть удовлетворяет ли он нормальному распределению. Проще всего сравнивать следующим образом. Мы сравниваем отклонение пикселя с средним значением с тремя сигмами. Если пиксель отклоняется за там 3 сигмы, тогда это точно пиксель переднего плана. Понятно, что если шум камеры достаточно большой, то 3 сигмы это достаточно большой интервал. У нас пиксель должен сильно измениться. Вот выбор порога, сколько сигм нам нужно брать, как всегда, это сложный элемент алгоритма. Так, тут у меня этот ролик почему-то не работает, поэтому сейчас переключимся на пример и посмотрим видео. Вот, например, такое видео вычитания фона, подсвеченное, с реальной камерой. Достаточно хорошее видео, потому что шумов не так много, автомобильчики все видны, вот люди видны. А оно по канально вычитает или как? Просто некоторые машины белые, а некоторые цветные. Ну, здесь на самом деле, по-моему, дисперсия подсвечивается немножко. Это... Мы можем сделать метод любой. Он может работать только с яркостью, может вычитать по каждому каналу независимо друг от друга. Мы можем просто сравнивать цвет, строить многомерное нормальное распределение и сравнивать цвет текущего пикселя с цветом, ну, с многомерным нормальным распределением. Ладно, это можно смотреть долго, часами. Окей. А это в реальном времени или это просто вот работает? Та картинка, которая получается в реальном времени, да. Окей. Теперь попробуем добавить изменения фона в длительные периоды времени. Например, картинка, по-моему, откуда из Петербурга, взятая в разные моменты времени. То есть видно, что яркость сильно меняется. Что нам нужно сделать с нашим алгоритмом вычитания фона на основе нормального распределения для того, чтобы он адаптировался к изменениям яркости? Сложить его. Да. Мы можем. Ну, идея простая. Нам нужно как-то обновлять нашу модель фона с течением времени. Так, чтобы в каждый момент времени там, средняя яркость и дисперсия соответствовала текущему моменту. Причем обновлять это достаточно плавно. Окей. Поэтому,
во-первых, в общую структуру алгоритма мы добавим этап обновления модели фона. То есть теперь алгоритм будет иметь дополнительный этап. После того, как мы выделили объект, отфильтровали карту переднего плана, мы будем обновлять модель фона. Опять же, есть много алгоритмов обновления модели фона, которые по-разному учитывают карту переднего плана. Самый простой вариант – это не обновлять модель фона в тех местах, где у нас объекты стоят, обновлять только фон. Но это не всегда хорошо работает, потому что надо помнить, что в переднем плане у нас много ошибок. Поэтому приходится по-разному экспериментировать. Это тоже большая задача. Достаточно простой способ обновления нормального распределения такой. Мы будем брать взвешенную сумму среднего значения в нашем нормальном распределении и нового значения с некоторым параметром альфа. Чем альфа больше, тем меньше вес дается новому значению. То есть, соответственно, тем медленнее как бы адаптируется алгоритм условий освещения. Можно вычислить, как нужно обновлять дисперсию для того, чтобы наша модель соответствовала изменению фона. Альфа называется скоростью обучения. Это еще один параметр алгоритма, который приходится подбирать. И часто его приходится подбирать руками, либо подбирать на эталонной базе алгоритма. Если у нас имеется многомерное нормальное распределение, например, мы моделируем цвета, то обновлять полную матрицу ковариации по новому значению очень сложно, это медленный процесс. Поэтому часто делают следующее. Матрицу ковариации считают один раз по обучающему ролику и обновляют только среднее значение, то есть яркость. Считается, что, допустим, матрица ковариации у нас зависит от свойств камеры, а яркость пиксела зависит от текущих условий освещения. Вообще, если у нас, как бы, раз у нас в алгоритме уже есть аж несколько параметров, то есть у нас конкретно есть порог, есть скорость обновления, то возникает вопрос, как эти параметры подбирать. Если у нас есть размеченные эталонные данные, то мы можем подобрать параметры оптимальным с нашей точки зрения образом, выдающий баланс между точностью и полнотой оценки переднего плана на эталонном ролике. Если размеченных данных нет, то мы можем попробовать сделать следующее. Можно задать параметры алгоритма таким образом, чтобы для тестового ролика, на котором точно нет объектов, была некоторая доля ложных обнаружений. Это фактически некоторая настройка чувствительности метода. То есть, если там появится реальный объект, то тогда с высокой вероятностью наш метод его найдет. Это уже не будет ложным срабатывать. Тогда так делаем. Окей. Возьмем более сложную сцену и усложним, соответственно, метод. Что будет, если мы поставим камеру, которая будет смотреть на кораблики, проплывающие вдоль реки? Возьмем каждый конкретный пиксель на воде. У нас получается следующая ситуация, что когда на воде появляется блик, яркость пикселя очень сильно меняется. Когда блик исчезает, яркость пикселя возвращается как бы к среднему цвету воды. Если мы построим распределение цветов в виде графиков, то увидим следующую ситуацию, что у нас в данном случае показываются интенсивности красного и зеленого канала. И для некоторых пикселей на изображении видно, что их яркости, или точнее их цвета, объединяются в какие-то группы. То есть иногда у нас там пиксели бывают очень светлыми, иногда они бывают наоборот темными. Как нам моделировать фон в таких более сложных случаях? Опять же, посмотрим, как выглядит гистограмма, например, яркости наших изображений. Если мы визуализируем график яркости для точки изображения, то увидим следующую картину, что вот у нас яркость варьируется вокруг одного значения, потом там, например, подскакивает, потом снова меняется и так далее. Если мы визуализируем гистограмму, то гистограмма у нас будет состоять из нескольких как бы групп пикселов. Часть у нас будет просто шумы равномерно распределены,
но будут какие-то ярко видимые группы кластеров. Распределение, в которых есть несколько локаль, явно выделяющихся групп, несколько сильных локальных максимумов, называются многомодальными распределениями. Вот пример визуализации многомодального распределения. Одним из способов моделирования таких распределений является использование смеси распределений. То есть, если верно предположение, что сигнал порожден несколькими независимыми моделями, тогда можно использовать смесь гауссиан для его моделирования. Вот несколько примеров, там, если у нас есть вода и блик на воде, соответственно, в некотором случае яркость пикселя порождена водой, в некоторых случаях она порождена бликом. Или для деревьев, там, в некоторых случаях у нас пиксель небо, в некоторых случаях пиксель на дерево. Небо и дерево – это разные распределения, разные модели. Они порождают свои средние, свои дисперсии. Нам нужно научить модель фона, которая предполагает, что каждый пиксель может быть порожден либо тем, либо другим. Записывается смесь нормальных распределений в виде вот такой взвешенной суммы. То есть мы говорим, что наше вероятностное распределение некоторой величины x является суммой k элементов, в нашем случае суммой не k нормальных распределений, каждая из которых берется с определенным весом омега. В области мат-статистики есть целый класс методов, которые позволяют оценивать разные смеси. Но работают они обычно не в реальном времени. То есть для того, чтобы правильно смоделировать смесь распределения, нужно воспользоваться алгоритмом, который называется EM, Expectation Maximization. Он работает медленно. Поэтому пара авторов предложили приближенный алгоритм, который неплохо сработал для вычитания фона. В отличие от чистых методов мат-статистики, которые требуют вначале как бы, взять всю статистику и затем подогнать ко всей статистике смесь нормальных распределений, данный метод работает итеративно, обрабатывая на каждой итерации по одному пикселу, по одному значению. А значит, может хорошо использоваться для обработки видео. Как он устроен? Пусть у нас задано некоторое количество компонентов смеси. Здесь должно быть k. Нет. Инициализируем первую компоненту по первому изображению. Зададим ей вес, равный единице. Веса всех остальных компонентов будут равны нулю. Затем сравниваем каждый новый пиксель с каждой ненулевой компонентой, пока не найдем совпадение. Если нашли совпадение, тогда обновляем от ожидания дисперсию совпавший компонент. Если совпадение не найдено, тогда создаем новую компоненту, заменяя имеющуюся с наименьшим весом. То есть понятно, что первые несколько итераций мы будем создавать новые компоненты, а потом мы будем постепенно их заменять. После каждого обновления мы меняем веса, увеличивая вес той компоненты, с которой мы совпали, и уменьшая веса всех остальных компонентов. Выглядит это так. Ну, обновление мат-ожидания и дисперсия выполняется по тем же формулам, что и для нормального распределения. Обновление весов делается тоже достаточно просто. То есть мы вычисляем следующую формулу. Мы смешиваем вес текущей компоненты с некоторым весом m. Вес m равен единице, если интенсивность пикселя удовлетворяет этой компоненте, и равен нулю, если не удовлетворяет. Понятно, что если m равен нулю, то есть текущий пиксель не совпал с данной компонентой, тогда вес этой компоненты просто уменьшается на размер альфа. Если m оказался равным единице, тогда вес компоненты не уменьшается, но поскольку вес всех остальных компонент уменьшился, то потом, после обновления нормализации всех весов, относительный вес этой компоненты увеличился. Для
данной смеси, мы ее, эту смесь мы можем обучать для всего ролика, даже не зная, где у нас объекты, а где у нас фон. Просто для тех пикселов, которые попали на объект, будут создаваться новые нестабильные компоненты. Мы можем отделить фон от объектов по следующим функциям. Упорядочим все компоненты по критерию. Веса компонента делены на дисперсию. То есть чем стабильнее компонента, то есть чем у нее меньше дисперсия, тем у нее выше рейтинг. Или чем чаще встречается компонента, тем вес у нее тоже меньше. Соответственно, определим порог Т, какая доля выборки для каждого пикселя должна соответствовать фону. И в фон отправим все компоненты, которые в сумме имеют вес больше, чем заданный порог. Окей, поясню этот этап. Допустим, мы взяли какой-то ролик, в котором вначале не было объектов, а потом прошел человечек. И для всего этого ролика посчитали для каждого пикселя смесь компонентов. Какой будет вес для каждого, суммарный вес всех компонентов для каждого пикселя? Ну, один, потому что мы для всех пикселей в конце этот вес нормализуем. Если у нас фон достаточно стабильный, то тогда несколько главных компонент соответствуют всему сумме всем весам. Если у нас там был человек и прошел, и он не задерживался в каждом месте достаточно долго, то тогда вес компоненты, соответствующий пикселям человека, он будет маленький. И установив порог, например, там 90%, считая, что 90% всех пикселей должны принадлежать фону, мы отделим компоненты фона от компонентов объекта. Вот иллюстрация работы следующая. Вот у нас текущий кадр видео, для которого мы строим модель из двух компонентов. Если визуализировать старшую компоненту, то есть наиболее стабильную, то у нас получается кадр 2. То есть это статический фон. Вторая гауссиана для каждого пикселя, это будет модель движущегося человека, которая выглядит вот так. Понятно, что человек вначале появился, для него в новых пикселях начали создавать вторые компоненты, и вот стали создавать вот такой след. Поскольку мы в качестве фона берем те компоненты, которые суммарно большую часть весов на себя берут, то в каждом пикселе у нас такая компонента одна. Ее достаточно для описания фона. Соответственно, те пиксели, которые не удовлетворяют компоненте фона, они считаются пикселями объекта. Ну вот здесь мы это получаем. То есть вот эти пикселы, они будут удовлетворять второй гауссиан, а вторая гауссиана не считается гауссианой фона. Поэтому эти пикселы будут помечены как объект. Если человек захочет вернуться и пройти обратно, то он опять же будет, его пиксели будут удовлетворять вот этой второй компоненте, а не первой. Когда человек ушел из сцены, то вот эта компонента как бы запомнится, но будет стерта, там, когда, например, появится другой человек. Потому что вес этой компоненты станет очень маленьким, с течением времени он уменьшается, и постепенно вторая компонента исчезнет. Да. Всегда всю историю с самого начала использует этот алгоритм. Ну, он в каждый момент времени... Время до времени не работает. Нет, почему? Этот работает. Тоже в OpenCV есть некоторая реализация. Мы же используем не историю, мы используем... Что мы храним? Мы храним модель фона. Мы просто... В каждый момент времени мы храним модель фона. Угу. Модель фона — это у нас как гауссиан. Мы их просто... Вот у нас в данном случае мы храним две гауссианы. Если у нас человек прошел и больше никто не появлялся, что у нас получается? У нас есть две гауссианы. На каждом кадре вес этой гауссианы повышается вот по этим формулам, а вес гауссиана человека уменьшается.
потому что мы каждый раз будем домножать на 1 минус альфа и как бы относительный вес уменьшаться. Но эта компонента сохранится до тех пор, пока нам не потребуется ее выкинуть. Ну понятно, что вот если прошел какой-то новый человек, а у нас ограничение в количестве гауссиан 2, что тогда будет? Вот новый человек появился, допустим, в красной одежде, ему говорят, что вот красный пиксель, он не соответствует ни первой компоненте, ни второй компоненте. Что нам нужно делать? Нам нужно заменить самую компоненту с наименьшим весом. Поскольку у нас их всего две, будет заменена эта. И вот в этой второй компоненте будут постепенно появляться пиксели, соответствующие новому объекту. И она полностью исчезнет. В принципе, есть некоторые варианты метода. То есть, например, мы можем моделировать просто фон в виде смеси гауссиан, не добавляя туда объект. То есть, если никакой модели, если пиксель не соответствует никакой модели фона, тогда мы его помечаем как объект, ничего не добавляем. Но мы начали этот метод исследовать с точки зрения, когда на воду смотрели. Да. То есть он сделан, чтобы быть устойчивым к шуму фона. Да. В данном случае, что нам нужно сделать для того, чтобы этот метод был устойчив? Если для случая воды мы повысим количество компонент до 3, у нас получится, одна компонента будет отвечать за воду, одна компонента будет отвечать за блики, а одна будет компонента, она как бы свободная, будет отвечать за объект. Мы считаем, что вода, у нее какое-то распределение, а у корабля другое распределение. Да, она задача из общего графика распределения разделения. Да. Времени у меня осталось на половинку метода, поэтому расскажу еще один пример и затем сразу перескочу на резюме. Вот, допустим, у нас есть совсем сложный пример. Мы поставили в лесу камеру слабенькую, которая должна наблюдать за птичками, которые прилетают. Вот на данном кадре вы должны увидеть птичек, которые прилетели к кормушке. Вот, например, вот птичка прилетела. Если мы возьмем любой произвольный пиксель изображения, даже соответствующей птичке, и построим график изменения интенсивности, мы увидим вот такой график. Вот где-то здесь, вот, соответственно, серым помечены ситуации, когда у нас там была птичка, белым, когда птички не было. Как сработают на этом примере два или там три ранее рассказанных метода? Естественно, что они сработают плохо, то есть ничего хорошего у нас не получится. Попробуем посмотреть на кадр поближе. Мы, как люди, догадываемся, что вот возможно вот это прилетела птица. Здесь что-то такое необычное. Чем, каким образом мы поняли, что вот эта птица, а там вот нет птицы здесь? Не похоже. Не похоже. Попытайтесь раскрыть, что значит не похоже, что не похоже. Текстура. То есть фактически мы посмотрели на некоторую область и сказали, что вот эта область, она не похожа на то, что было. Многие пиксели похожи. Вот, например, если мы возьмем вот этот пиксель, он похож на пиксель ветки, который есть. Ну, то есть не отличается. Здесь когда-то могла быть ветка. Но в совокупности эти пикселы отличаются. То есть здесь серого гораздо больше, чем должно быть. Должно быть гораздо больше зеленого, а здесь много серого. Окей, от этого можно отталкиваться. Вместо того, чтобы для каждого пикселя строить модель яркости или цвета одного пикселя, мы можем в каждом пикселе строить модель, например, гистограмму яркости для всей окрестности. И сравнивать уже гистограммы. Окей. Мы можем, ну, вот если приблизиться, вот видно, что окрестность будет отличаться. Любопытно, что эта идея смотреть целую окрестность и строить статистику распределения цветов, она достаточно новая, то есть предложена в 2008 году конференция. Алгоритм устроен следующим образом. У нас есть обучающий видеоролик. Для каждого пикселя обучающего видеоролика мы строим гистограмму распределения цветов в окрестности. Причем, поскольку у нас есть обучающий видеоролик, мы можем строить для него гистограмму по трехмерной окрестности.
То есть не просто для одного кадра, а для серии кадров. Когда у нас появляется новый кадр, то для скорости работы мы можем строить статистику только внутри одного кадра, то есть уже брать двухмерную окрестность. Получаем две гистограммы, эти гистограммы нам нужно сравнить. Можем использовать любой метод для сравнения гистограмм, например, там критерий хи-квадрат. Если пиксели оказались непохожими, то есть это все-таки фон, тогда мы можем обновить модель точно так же, как мы обновляли смесь распределений. То есть взять и просто взять взвешенную сумму двух гистограмм. Очень простая идея. Если сравнить этот метод с окрестностью, с там, покадровой разницей или с более сложными методами, которые используют оценку статистики для каждого пикселя, то увидим следующее, что пусть этот метод не может найти точно контур объекта, человек догадывается о контурах гораздо лучше, тем не менее, связанные компоненты, соответствующие объектам, он все-таки находит. А шум эффективно подавляет. Поэтому количество объектов он сможет посчитать правильно. Конечно, ни о какой границе объекта в этом случае речь не идет, но просто наличие или отсутствие объекта метод очень хорошо найдет. Окей, следующий метод я перескочу, чтобы сказать сразу результат. Скажу лишь следующее, что в некоторых случаях, например, футболисты на поле или мышка в банке, если мы на них посмотрим, мы можем четко сказать, что есть какие-то стандартные цвета фона, и наоборот, есть стандартные цвета объекта. То есть, например, футболисты бегают в белой и желтой форме, а фон у нас в основном зеленый. Мышка у нас черная, а банка у нас в основном светлая. В этом случае невыгодно эту информацию не учитывать. Нам ее нужно учитывать. Поэтому мы можем построить модель, глобальную модель цветов для объекта и фона и локальные модели пикселов. И сравнивать каждый пиксель не просто похож он на пиксель фона или нет, а похож ли он еще на глобальную цветовую модель фона и похож ли он на глобальную цветовую модель объекта. Это усложнит наши смеси, усложнит алгоритм, но в некоторых случаях будет более эффективно. Ну, так, я вот эту часть проскочу, как именно он будет более эффективным, можно посмотреть на слайдах. Пара завершительных моментов. Первая вещь. Что делать, если любой ролик, который мы можем получить, содержит объект? Самая простая вещь – это взять медиану всех кадров. То есть, если мы предположим, что в каждой точке кадра больше половины времени все-таки фон, а не объект, например, есть люди, но они двигаются, тогда медиана сработает. Хотя может потребоваться много кадров, и медиана будет по большому объему достаточно медленно работать. Бывают ситуации, когда это не так. То есть, например, когда толпа идет регулярно, и если измерять, то получается, что больше половины времени в каждом пикселе это люди. Как вычислить? Что? Выглядит люди. Нет, должен человек, ну как простейший вариант, человек выберет отрезок времени, в который толпа прошла, вот нет там мало людей. Да. Ну, наша какая задача? Если что-то автоматически не работает, нам нужно придумать что-то научное. Хотя для практики иногда требуется комбинация. Вот если тыкать человеком в нужные места, где был точно фон, это действительно поможет. Соответственно, есть ряд методов, которые придумывают, как можно извлечь фон из такого сильно зашумленного ролика. Они как раз пытаются найти вот эти фрагменты похожие. То есть, например, исходя из предположения, что люди всегда не похожи, а соседние пиксели фона должны быть похожи друг на друга. Просто оценить движение, посмотреть, где ветеран или... В общем, это можно, но это звучит как бы просто, но когда пытаешься такой метод сделать, они получаются очень хитрыми и замороченными. Но можно сделать. Но в простом случае, как вы можете посчитать медиану, вы посчитали медианы для ролика и нашли людей. Но здесь есть некоторый чит, сидящие люди, они остались. Слишком долго сидели. И, ну, тут ничего не поделать. С мышками бывает та же проблема. Но их мышки же нашли. А вот это баг, который нужно заметить.
что как бы на, для иллюстрации их нашли, хотя на самом деле не должны были найти. Потому что они вот здесь сидят в исходном ролике. С мышками бывает та же проблема. Мышка может сесть в какое-то место и не двигаться полчаса. И она тогда становится фоном. Все очень плохо. Да. Мышку можно погонять. Тогда эксперимент нарушается. Если вы мышку погоняли, а вы хотите стресс ее измерить, то может, вы гарантированно скажете, что у нее теперь стресс. То есть зачем проводить эксперимент? Окей. Мышки вообще слабые, они глупые. Хотя они очень похожи на людей. У них как бы по генам, особенно мозги мышей, по генам генетически похожи на мозги человека там. По-моему, я не помню, 90% всех генов или 95% всех генов одинаковых. В общем, наше отличие от мышей крайне невелико. Окей. На пути разработки алгоритма видеонаблюдения стоят два больших препятствия. Первое препятствие – это приватность. Люди почему-то очень не любят, когда их включают в тестовые базы и потом на них что-то анализируют. Поэтому делать всякие алгоритмы, которые, например, определяют драки, вообще невозможно. То есть для этого нужно иметь видео драк, и никто ими не поделится. Поэтому задача стоит такая. Сделайте нам алгоритм, который находит драки, но мы вам ни одну реальную драку не покажем. Сами деритесь там. Например, вариант. Но как бы платить актерам, чтобы они дрались, это... как бы мы пробовали снимать, например, толпу. То есть у нас был ролик данный, когда там собиралась толпа и организованно устраивала митинг на какой-нибудь площадке. Но это очень дорогостоящее дело. Есть одна из баз ПЭЦ, которую, по-моему, сняли в Англии. Там профессор с группой студентов снял базу. Студенты организованно ходили по кампусу и все согласились, чтобы их снимали и затем анализировали. Вот это одна из главных баз, на которых происходит сравнение. У меня есть большое желание что-нибудь сделать такое же на ВМК как-нибудь, но пока руки не доходят, особенно потому, что ВМКшные камеры дюжи дерьмовые, или как бы, ну, то есть базу такую можно сделать, но все равно на ней никто работать не сможет. Одна, вот покажу, что происходит на практике. Вот берем реальную коммерческую систему видеонаблюдения, которая находит людей на этой базе ПЭЦ. Вот фигурки людей от области, которые найдены людей. Вот здесь показаны подсвечивания области, которые были найдены. Видно, что область, которая находится, она существенно шире, чем то, что человек. Поэтому догадаться, что там шагающий человек, совсем тяжело. И если мы, например, хотим посчитать цвет одежды человека, цвет одежды будет черно-зеленый, что несколько не похоже на правду. И если мы затем будем сравнивать всех людей, то на этой базе почти все люди будут ходить в одежде, в которой есть серые и зеленые компоненты. И они будут находиться. Ну, что очень неправильно. Есть куча усовершенствований методов. Можно использовать, как всегда, можно использовать разные признаки. Можно использовать более сложные модели. Можно отдельно моделировать тени. Добавлять в алгоритм обработку внештатных ситуаций, например, резкое изменение освещения убивает любую модель фона. Поэтому такую ситуацию надо обнаружить. Можно строить иерархические методы, которые умеют работать быстро, и пытаться сделать это все на GPU, чтобы работало в реальном времени. Совсем резюме то, что мы посмотрели несколько методов вычитания фона, которые являются основой всей современной видеоаналитики. Но работают они пока условно хорошо, и сделать точное вычитание фона в реальном времени для высоких разрешений, например, для HD-камеры, крайне сложно. То есть, если мы будем честно считать точное вычитание фона, то одного мощного компьютера хватит на одну камеру, что как бы не хочется, потому что ставить 150 камер на ВМК, 150 компьютеров на ВМК только для того, чтобы считать вычитание фона на всех камерах, это... Никто не согласится на такие деньжища. Нет, а что может быть быстрее, чем вычитание фона? А вот когда вы возьмете 2 миллиона пикселей в изображении для трех каналов и попытаетесь сделать это 25 кадров в секунду на компьютере, то вы увидите, что это не быстро. Но все равно с каждым пикселем придется что-то делать, причем там операции по сжатию наверняка более сложные заметить.
не совсем. Потому что, то есть, многие операции можно... Сейчас они реализованы вообще там в отдельном ускорении, сжатие, рожатие. Можно это считать, что достаточно быстро. Ну, в общем, попробуйте экспериментировать. У меня даже, по-моему, задание есть. Эксперимент с вычитанием фона, и вы увидите, что это все как бы повесит компьютер напрочь. Все, спасибо за внимание.